Всем здрасте. У меня дома есть кондиционер Сантек. Мы его только что вчера поставили. Ой, позавчера. Стоит он вот тут. Вот он. Как включить у него обогрев? Ну, тут все очень просто. Сейчас я покажу. Сантек не включится. Так. Мод. Где у нас мод? Сейчас найдем. Так, мои настройки. Режим. Вот. Нет, а где наш холд? Вот, кул. Вот, кул. Можно не выбрать температуру, конечно, у меня только лагает пульт. Немножко чуть-чуть цифр не хочет работать. Всегда обогрев включают на 24 градуса, вопрос. Ну, мы включим 24, чтобы не тратить. Так, сейчас покажу, что он есть в пульте. Сейчас я фонарик включу, так будет удобно. Так, смотрите. Мои настройки. Не знаю, что мои настройки, но, наверное, кондиционер для вот этого. Дальше у нас есть таймер. Турбо. Айфл, не знаю, что это такое. Смарт, сон. Сон. Мы вообще не включаем, еще тут это не дом. Но все равно это дом 2. Дисплей, очистка, там, чистка, очистка, плюс. Жалюзи, жалюзи. А жалюзи... Вот это жалюзи, это для... Где там вот сзади этого жалюзи. Режим. Это я уже говорил, скорость. Скорость, кстати, про скорость. Так. Speed auto. Есть. Love. Минима. Не знаю, где минима. Ну вот авто включим. Максимально. Так, у нас стоит кул. Давай сейчас включаем кондиционер. Все. Кондиционер включен. И нажимаем еще раз. Все. Если она не дует, не пугайтесь. Вам просто немножко подождать. Включаем 22 минуты. Потому что мышь я не буду тратить. Жалюзи должна... Это заработал наружный, внешний блок. Сейчас она должна немножко прогреться. Мы можем поставить скорость, но не надо скорость ставить. Включаем 21 минуту, или 21 температуру. Все. И выключаем. Да, у нас немножко кондиционер вот так вот отошел. Не знаю, как это приключилось так. Кстати, про эти я, кажется, говорил. А, они не работают. Ну, короче, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь про кондиционер Сантек. Всем пока. Я уже показала, как включить обогрев. Всем пока.